В правительстве Севастополя приняли постановление, которое должно урегулировать ситуацию с владельцами котлов индивидуального отопления. Напомним, более 200 людей установили себе такие приборы в украинское время и в период перехода в российское правовое поле. Акты отключения от центральной системы были подписаны в Тефтеплоэнерго. Однако через несколько лет гражданам выставили долг за непредоставленное тепло и заявили, что котлы были установлены незаконно. Возникшую таким образом коллизию севастопольцы пытались решить в течение 2 лет. Мы договаривались, что это будет сделано до конца текущего года, для того, чтобы не начислять им вот эту плату за отопление за период, когда они фактически им не пользовались, но де-факто, как бы это, де-юре эта ситуация не была легализована. То есть мы сейчас и договорились так, чтобы у нас не постоянно не увеличилось количество начислений, которые накапливаются с одной стороны, с другой стороны, чтобы исключить возможности дальнейших таких незаконных перепланировок, незаконных с точки зрения действующего законодательства. Как сообщили в правительстве города, из 238 человек, столкнувшихся с этой проблемой, узаконивание индивидуального отопления в полном объеме уже завершили 115 потребителей. Остальным были направлены соответствующие уведомления. Полностью решить этот вопрос власти планируют до конца текущего года.